6 ноября 2009 года трое из моих 15 детей по моему заданию буквально за 5 минут без подготовки барабан притащили, переоделись, сыграют польку Евы по памяти, по слуху, впервые. Давайте. Чем занимаются дети русские, русы, да? В каникулы. Ну, советую всем так. Кроме всяких занятий, слушаний лекций, игре на разных инструментах, еще и втроем музицировать. Без всякой подготовки. Ни ноты, ничего не надо. Правильно? По слуху, по памяти сели, втроем сыграли. Так отдыхают дети в оккупированной России. Несмотря на оккупацию.